Проблема утилізації побутових відходів актуальна для будь-якого великого міста, і Миколаїв не є винятком. Стихійні звалища, переповнені контейнери зі сміттям, пов'язаний з цим неприємний запах, багато років псують настрій городянам. Міська влада намагається вирішити проблему, результати цих зусиль залишають бажати кращого. Причин багато, розглянемо деякі з них. По-перше, самі миколаївці не дуже переймаються підтриманням чистоти рідного міста. Несанкціоновані звалища виникають не лише на приміських територіях, а й безпосередньо на вулицях, у парках та скверах Миколаєва. Сьогодні тільки обрали, на наступне утро їду, вже якісь дивани, вже якісь холодильники старі, якісь кучі веток. Я розумію, що весна, обрізка. Ну, как-то мы занимаемся бытовыми отходами, а там и строительный мусор, и отрабатывают вроде и санинспекция, и штрафуем мы этих нерадивых жителей нашего района. Но все равно ночью уж мы возле каждой площадки контейнеры не расставим людей, не будем вылавливать. У людей какое отношение к этим вещам? То есть вот он вырубил у себя в доме дерево, да, или там делает ремонт, он же не заказывает машину. Это неправильный подход. Мы просто хотим жить по-европейски, а поступаем в этом плане, ну, как жили в той стране. Кто-то должен убрать, вот кто-то нам, кто-то обязан. Понимаете, как бы сказать, сегодня такое время, что мало кто кому чем обязан. Традиционно більш проблемным с точки зору накопичення сміттєзвалищ є приватный сектор житла. Мы понимаем, у частного сектора у каждого там сотки огородов, деревья засохшие, старые. Каждый день они что-то у себя во дворе делают. Больше, конечно, говорить поименно эти адреса. Это и Новосельская у меня, это и Радостная, это и Слободки, это и Ялты. Это, конечно, и та же Кореніха. Частным сектором больше проблем. Крім того, що стихійні смітники потворять обличчя міста та його санітарний стан, на їх ліквідацію витрачаються значні суми бюджетних коштів. Є графік уборки цих свалок. Вот, как в Центральном, Ленинском и других районах, да, вот, и очень большой объем на самом деле этих свалок, и все равно они вот вроде бы как есть. То есть если убрать даже мусор, качественный вывоз мусора, нет срыва, эти свалки есть, это вот весна, все обрезают деревья, выносят, да, но никто же не нанял машину, не заплатил деньги, не вывез ее на свалку. То есть вынесли вроде бы как так и надо, а платят за это что? Бюджет. Поэтому человека не волнует, что, ну, куда дальше. Убирают мусор, ну, значит, так надо. А это все идет с бюджета. Можно было бы купить, может быть, новый троллейбус какой-то или трамвай, а деньги выделяются на ликвидацию стихийных свалок. Свій внесок у забруднення міста роблять і суб'єкти підприємницької діяльності. Зокрема, магазини, заклади громадського харчування, ринки. Штрафні санкції. Тільки по кожному вторник у нас проходить комісія по нарушителям и мусора, и, ну, комиссия наша административная, наказывается этих 5-7 руководителей там магазинов, киосков, знаете, наказывается, им проще заплатить этот штраф, чем что-то делать. Ну, говорю, что вам, тяжело. Очищувати місто покликані підприємства, які займаються вивезенням твердих побутових відходів. Реалізації поставлених завдань заважає ціла низка чинників. Хоть и, будем говорить, и бэушные машины, но это очень дорого на сегодняшний день. Это баснословно дорого. А новые – это вообще, ну, запредельные цифры, это фантастика. Проблема Украины в чем? Мы не выпускаем собственных шасси, на шасси нет. И все идет из-за рубежа. И поэтому и машины дорогие, и запчасти дорогие, и все дорогое. Мы не можем возить на кразах и на БТРах мусор. Мы должны возить на таких машинах, которые более, ну, будем говорить, не такие энергоемкие. Мы не имели долго нормального тарифа на вывоз ТБО. Это имело большую проблему. Вот. Долги были огромные. Наверное, не только у нашего предприятия, у всех. Нас отгружали, под честное слово, запчастями, топливом. Вот. Знаю, что мы люди порядочные и как бы долги возвращаем. И вот благодаря этому у нас получилось отработать и вот удержаться, пока нам не подняли. Вот с 15 апреля у нас уже новые тарифы. Тарифы эти не пересматривались с 2008 года. Единственная была корректировка тарифа в этом году, если вы помните, только откорректировали стоимость бензина. Но помимо стоимости бензина в тарифе еще есть и заработная плата минимальная, и запчасти, и так далее.
Ще одна проблема – велика кількість неплатників. Є люди, які не платять за вивоз мусора або не заключили порядочно договор, вибрасують. Тобто їх в будь-якому випадку адміністрація відробляє, заставляє заключати договори. Вот, абонируем, мы их абонируем, Николаев Коммунтранс абонирует. То есть выявляем все равно вот этих нерадивых там жителей. Но вы же знаете, сегодня ситуация непростая, у людей нет денег, а отходы производят абсолютно все. И маленькие, и большие, и предприятия. У нас такой порядок, что если, допустим, у нас человек не платит за вывоз ТБО, мы просто предупреждаем и прекращаем возить этого человека. То есть не нарабатываем долги, стараемся не нарабатывать. Хотя есть проблемные как бы, заказчики, крупные, вот, такие как Жегур тоже, так, у которого сегодня арестован счет, и вот с января месяца не было ни одной гривны проплаты. Мы его вывозим, потому что понимаем, что есть свои сложности у предприятия, и все равно они разрешатся каким-то образом, и власть сегодня там помогает решать эти проблемы. Возим для того, чтобы в городе было чисто. Деякі спеціалісти стверджують, що за умови сумлінної проплати усіма городянами питання було б вирішено. В численность, повторюсь, в центральных районах составляет более 150 тысяч наших жителей. В многоквартирных домах проживает 48 500. То есть все остальное население проживает в частном секторе. Проабонировано, это по количеству жителей, 24 100 жителей. То есть и суммарно это получается 72 тысячи жителей. То есть каждый второй у нас не платит за мусор. Вот вам весь ответ. Где взять деньги на мусор? Не нужно повышать тарифы. Потому что мы, которые оплачивают за мусор, мы платим за то, что фактически не платит кто-то. Плюс потом привлекаем бюджетные средства. Это не нужно делать. Каждый месяц только по центральному району недособирается денег около полумиллиона. С учетом поднятого тарифа это будет не собрано около миллиона гривен. Умножьте на масштабы города, на численность 485 тысяч населения, вы получите достаточно так бы, весомую сумму, почему эти деньги вот, ми не собираємо і чому у нас город такий грязний. До речі, серед неплатників є і досить відомі миколаївці. У нас платять пенсіонери, у нас платять всі, хто знаходиться в середньому бізнесі, але, к сожалению, у нас не платять ті, хто приймає закони, це наші депутати, ті, хто має бізнес, вони теж, к сожалению, не платять, прикриваючись корочками, зв'язями. Ну, много было различных статей в интернете о различных наших депутатах, в том числе и городского совета, которые имеют большие задолженности по коммунальным платежам. Депутати міської ради спробували розібратись у проблемах підприємств, які вивозять тверді побутові відходи. Були направлені відповідні запити щодо їх господарської діяльності. Відповіді народних обранців дещо здивували. Виражаюсь, як би так по-простому, ідіть і не мішайте нам працювати, це не ваше діло, чим ми тут займаємося. Есть закон у нас в Украине про доступ до публичной информации, и там четко описывается, какая информация является с обмеженным доступом, какая не с обмеженным. И вот в статье 5 четко написано, что не может быть обмежен доступ до информации про распоряжение бюджетными коштами, владение, користування через распоряжение державным коммунальным майном, ну и так далее. То есть эту информацию ограничивать нельзя. И я считаю, что люди должны знать, за что они платят свои деньги. Мы все платим за вывоз мусора. Видим грязный город. И непонятно, какие суммы, за что идут. Я думаю, что мы на ближайшей сессии как-то отреагируем на вот эти вот отписки, я другим словом это не назову, вот эти ответы наших перевозчиков. Я думаю, что если они хотят работать в этом городе, они должны как-то к городской власти относиться толерантно. Але найбільш болючим питанням залишаються несанкціоновані сміттєзвалища на околицях міста. Змінити ситуацію намагаються громадські активісти. Нужна принципиальная позиция власти, милиции, экологов, наших граждан. Я думаю, что все, что случилось с Матвеевским лесом или с окрестностями Николаева, это только с нашего молчаливого согласия произошло. На сегодняшний день там, и ближайшие 10 лет, насколько я вижу, ситуация в стране ухудшается в этом плане. Одни воруют деньги, другие сидят на потоках каких-то. Третьи, которые должны отвечать за то, что творится в окрестностях, ничего не делают.
а приходится нам быть прослойкой между всеми. Активісти громадської організації «Матвіївський ліс» не лише власноруч прибирають сміття і ініціюють суботники із залученням надбайдужих городян, а й влаштовують досить креативні акції. Одна з них має назву «Поверни сміття господарю». Ми з Сергієм робили об'їзд по території навколо Матвіївки, і ну, там у нас дуже великі смітники. І проїздом ми побачили здоровий пакет, ну, два пакети з мусором. Знайшли в цих пакунках, знайшли документи. Там були навіть ксерокопії паспорта, квитанції, чеки з Приватбанка. І там був також у нас адреса була. Ця адреса знаходиться в Матвіївці. Ми взяли це сміття, зібрали це все діло, сфотографували і повернули все власникові. Наступна акція – точка розвантаження. Її мета – відстеження маршруту машин, які надають послуги з вивезення сміття. За правилами, вони мають розвантажуватись лише на міському полігоні твердих побутових відходів. Для спостереження активісти придбали спеціальний пристрій. У мене в руках GPS-трекер. Ми організуємо сьогодні акцію «Точка вигрузки», закажемо в ЗІЛ на вивоз мусора, от цього всього, незаконної свалки, нелегальної, і відслідимо, куди грузовик вивезе мусор по GPS-трекінгу. Програма є на телефоні, плюс чоловік сидить в офісі, смотрить за переміщенням нашого трекера. Після завантаження машини ця акція тривала не більше 10 хвилин. Саме стільки часу знадобилось водієві, щоб від'їхати кількасот метрів від житлових будинків і просто висипати сміття. Далеко не собирался ехать. Выехал в район Терновки, 300 метров от города. И я думаю, это черта города, это черта города. Но от жителей ближайших 300 метров. Вот результат. Долго не стал, даже долго не думал, куда ехать. Завернул за угол и высыпал. Сергей, от того места, где он загрузился, сколько он проехал? По трекеру, можем посмотреть по трекеру. От того места, где загрузился, ну 2 километра максимум. Затримати порушника самостійно активістам не вдалося, тому вони звернулись до правоохоронних органів. Нам відомо номер машини, є відео, як машина грузилась, відомо, де живе людина. Все знайдемо, зараз визвана оперативно-слідчая група, і я думаю, що ми накажемо таких нерадивих водителів, возчиків, які гадять. А тут реально свалка, свалка відбувається. Люди – окупанти на своїй землі живуть і ведуть себе як окупанти. Дільничний інспектор міліції розповів, що такі випадки не поодинокі. Систематично возиться сюди мусор, боремося своїми силами. Ну, ви розумієте, що задержати в першому порядку автомобіль, який вивіз мусор, і біжати за ним, це не завжди можливо. Контроль за діяльністю цих підприємців практично відсутній. Відкрийте сьогодні газету «Позвоніть», вивіз мусора. Кто это? Что это? Вот где они купили? Какие они талоны купили? Вот это же легко проверить. Поднимите, посмотрите, какие деньги, какая сумма проплачивается в объеме мусора за талоны. Кто заключил сегодня с Коммунтрансом договор на тот же частник, там Иванов, Петров или Сидоров, заключил договор на вывоз мусора и купил талоны на свалке, на полигоне нашем? Никто. Куда они его девают? Они не везут на полигон. Хотя полигон сегодня, вот вы же видели слово, мы готовы даже бесплатно строительный мусор принимать бесплатно. Потому что им надо там, ну как-то, у них свои технологии, они формируют полигон, у них он там, надо где-то засыпать ямы и так далее, строительный мусор. Потому что когда проходят дожди, очень тяжело выезжать машинами, они буксуют. И они готовы сегодня, никто не возит. Активисты пропонуют свои варианты вырешения проблемы. Пусть государство сделает лицензию на уровне там, города, допустим. И это будет, пусть небольшие деньги будут, но это будет типа сертификата, что он может. Это можно на уровне города решить вопрос. И если это будет там 3-4 тысячи в год стоить, я думаю, и они будут бояться потерять его, то я думаю, как-то это можно воздействовать. На самом деле у власти рычагов много, просто надо заняться. Надо этим заняться и выработать схему, механизм работы. Нужны штрафы. За машину мусора я бы 1015 гривен ему влупил, вот так вот, чтобы ему было в следующий раз неповадно. И не может платить, исполнитель пусть арестует его имущество, машину,
Вот. С обычного это должно быть не 1360 гривен, это должно быть 1005. Я думаю, что и участковый не будет особо напрягаться. 1-2 штрафа в селе и все будет чисто. Якщо у містах питанням вивезення та утилізації відходів спільно займаються владні структури, комунальні та приватні підприємства, то у сільській місцевості зазвичай це намагаються вирішити ентузіасти. У селі Сливине Надбузької сільської ради культуру чистоти серед місцевих жителів пропагують працівники підприємства з виробництва чистої води. Ми обеспокоєні екологією, ми обеспокоєні тими гектарами землі, які замусорені, да, чорнозьоми нашим. Ну і крім того, ми неравнодушні, тому що тут дуже живописний край. Наша територія окаймлена річка Южний Буг. Матвеевский лес на горизонте виднеется. То есть в природном отношении очень красиво. То почему бы эту природу не сохранять и не поддерживать? Підприємство своїми силами ліквідувало велике сміттєзвалище поблизу села та встановило контейнер для збирання побутових відходів. Ми хочемо привити культуру чистоти сельским жителям своим примером. То есть мы убираем, каждый год мы выходим на субботник, приглашаем сельских жителей на эти субботники. Мы показываем, как можно жить в чистоте. То есть за свой счет, за счет своих сил мы пытаемся наладить хотя бы вот близ лежащие территории. В прошлом году на субботник вышло 5 человек сельских жителей. Это для нас было большое достижение, поскольку в каждый дом, ну и лично была пронесена листовка о том, что наша позиция не мусорить, выходите на субботник, поддержите Всемирный день чистоты 21 марта. И даже то, что вышло 5 жителей, это уже результат, то есть это достижение. То есть у нас были наши флаги воды, украинские, флаг, мы приобрели много инвентаря, вывели машину на дорогу, и все люди видели, что мы убираем. Кто-то начинал суетиться у своих домов, браться за веники. Окремі приклади успішної ініціативи активістів та ентузіастів глобально проблему сміття не вирішують, але зайвий раз доводять, що зробити місто чистим можливо лише спільними зусиллями влади, громадськості, правоохоронних органів та суб'єктів господарювання.